вами Катя, добро пожаловать на мой канал. Ну что, сегодня очередной кулинарный шедевр, и начала уже готовить, поняла, что не снимаю. В общем, сегодня мы с вами делаем фрикадельки. Фарш обычный куриный, я уже добавила соль, перец, обычный черный перец горошком, обычную соль и мелисунели. Ну, вот такое количество приправ у меня получилось. Я вообще люблю много приправ, но все приправы на глазок, на ваш вкус. И теперь все это перемешиваем. Теперь разбиваю сюда одно яичко. И добавляю панировочные сухарики, чтобы фрикадельки лепились. Количество специй, сухариков, вообще ингредиентов, потому что я все делаю на глаз, я понятия не имею, сколько я добавила соли, перца, и, в общем-то, сухариков тоже сейчас буду добавлять просто на глаз, чтобы консистенция была такая, знаете, не очень плотная, но и чтобы фрикадельки не разваливались и нормально лепились. Вот такая консистенция мне нравится. И теперь лепим фрикадельки. Половину фрикаделек я приготовлю сейчас, и половину заморожу на будущее. И даже не буду заморачиваться, и морозить буду в этой же форме из-под фарша. Этот слой фольгой, чтобы фрикадельки не слипались, и сделаю еще один слой.